настал торжественный момент, друзья мои. Какой? Антон включил свою камеру. Ужасную, да, как говорится? Друзья, добрый вечер! Сегодня второй уникальный вечер, четверг 2018 года, когда мы соединились с Божественным, соединились с красотой, дабы сделать наши души прекраснее. Множество техник. Сергей, зачинатель всего дела, сегодня работал в новой технике черного перманентного маркера. Причем характер угадывается безоговорочно. Сергей, ты сегодня пошел по моему пути. Ты как сказать, да, Сергей? Ну согласись, это было, да? Ты зачинатель. Друзья, Пашенька, покажи, пожалуйста, что получилось вот все-таки из всего этого. 7, 6. Ты жалеешь? 6. Ты ни о чем не жалеешь, да? Я ни о чем не жалею. Сегодня была такая красивая модель, что рисовать не получилось. Пришлось просто смотреть. Да, ты два раза просто сидел. Как из 9 поз получилось 7 рисунков. Паша, ты какой-то нимфоман, я тебя не знал до этого дня. Ну хорошо, а Оля дала жизнь... Более чем десятку работ, да? Оля реально интересовала лицо. Причем модель оживает. Когда она рисовала фигуру, у нее получалось. Да, очень получалось. И столько динамики. Оля, это какой-то разведчик из советского фильма. Да. А вот это Борис Николаевич Ельцин, вот есть, да, там? Тут что-то Ельцин. Вообще Ельцин есть, посмотри. Молодец, Оля любит родину. Антон, на тебя похоже как раз таки, а не на Ельцина. Прям на меня? Вот нос твой. Я через год. И волосы твои, смотри, все твое. Только чуть-чуть вот здесь шлейф добавить. Значит, не без французов было, да? Вот красиво, вот здесь лицо симпатичное. Друзья. Ой, вот, слушай, опять Борис Николаевич. Да, причем с каким-то гримом еще женской. Лореаль и Борис Николаевич в офисе Лореаль. Шикарно. Рука зачета. Вот в этом рисунке, я считаю, рука лучше. Нет, зачес тоже, зачес в стиле Бориса Николаевича. У него тоже такой зачет. Хайер. Мне нравится. Я очень люблю такой унылый панк. Так. Я люблю. Это ты только вот что обозвал уже на рисунке. Вивьен Вествуд. Да. Лицо не получилось. Да, вот здесь есть что-то нездоровое. Это явно после удара. Экскаватор, да? Это на строительной площадке. Мы тогда слушали Portishead, кстати. Вот под этот наброс. Называется невыполненные... Последний вообще был набросок. Невыполненная техника безопасности. На рисунке надо соблюдать. Софья, вы позволите, да? Друзья, совершенно другая техника. Посмотрите, цветная бумага, жирный, обильный карандаш. Сангина, Софья, да? Вы работали в технике сангины? Уголь. Пастель, уголь, сангина, карандаш, цветная бумага. И вот в прошлый раз, Сергей, твой друг, художник и ОМОНовец. У тебя есть друг? Художник ОМОНовец. Он сказал, и он много дал мне в прошлый раз. Много дал. В прошлый раз просто шлем забыл снять, и мы плохо слышали. Вот. Так он дает намного больше. Еще больше. Так вот, он дал вот именно то, что Софья, не слыша его, сегодня выдала на бумаге. Работа линий, то есть вот, мне кажется, Антон, да? Антон, ты такой Софью... умный, ты на свои наброски посмотри. Просто и Софью, и художника ОМОНовца учил один и тот же человек. Это было это в Самаре? Это я. А, понятно. Так вот, Пашенька, ну, я могу поделиться, но мне кажется, это никому не интересно. Сергей, а что ты чувствуешь, соединяясь с моей Маргаритой? Я чувствую, что пора взять камеру из рук Антона и предоставить ему право рассказать самому.
о соединении со своими Маргаритами. Друзья, Маргарита, Паша, Софья, Дмитрий, Сергей. Я действительно хотел воспользоваться советом вот друга Сергея и попытаться поработать с линией, а не с конструкцией. То есть женщина как конструкция у меня была пережита в прошлый раз. Это была любовь. Антон. В этот раз я вообще... Спасибо, Пашенька. Еще тройной Брежнев, да? Не хватает. Сергей, я считаю, что сегодня все прошло просто великолепно. Женщины счастливые, они тихие, умиротворенные, да? Ты просто всех заглушил своими комментариями. Посмотрите, Маргарита, наша модель. До свидания. До свидания. Приходите, ждем вас снова. Нам очень понравилось вас рисовать. Ну зачем?